Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Номер 936, события дня. Сирахов 7:39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. За 9 июля 2018 года. События какие. Тут оборудование какое-то по обработке почвы. Молодой человек сидел. За рулем не досмотрел, и землю как ножом обрезал на дороге, а дорога проваленная, промыла водой. И нужно было пласты эти земли уложить на место. Ну, об этом показан будет ролик. Дети тут всех пришлось мобилизовать. И они его сделали, это буквально за полчаса, допустим. А потом я говорю, все, полейте, чтобы приросли корни. События. Вчера наняли наших ребятишек пасти деревенским некогда. А они с первого же дня, полтора часа раньше почти пригнали вечером. Сегодня будет разбор полетов. А мы на первый мостик пошли, 5 человек. Володя, Владимир Галендухин, Виталий Калиников и Ездра. Новокрещенный из Казани. И я с ними. И восстанавливали или создали из бутового камня, как такие как корыты, которые заполнили соломой глиной, утрамбовали, чтобы когда уровень воды поднимется, вода не пошла намного выше и не прорвала там дорогу. Вот, старались. Уже минут 28 вечера только закончили. Тяжелая очень работа была, тяжелая. Камни бутовые носить. Вот и события. Виталий приехал, это Сергей приехал, Пупков в городе был. А я тут вечером пришел, надо собак выгулить, накормить. Это же время отнимает. И тут что-то неурядица. Какие-то разговоры. Тут на Веру Митрохину нападает кто-то. Вы мне напоминаете базарную бабу. Не наводите тень на плетень. Не вводите братьев в обман. Вы в богословии абсолютный ноль. Обвинять человека невинного – большой грех. То, что вам показалось, еще не говорит, что вы правы. Если будет нужно, я выставлю на христианский суд нашу беседу. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 7 стих, 8. Негодных же и бабе, и батин отвращайся. А упражняй себя в благочестии. Телесное, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие во всем полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Вот у нее с кем-то там переписка была, и ей так ответили. Ну, вот лежу тут мало из переписки. А она говорит, мир вам, Игнатий Тихонович. А он мне сказал, что ничего не записывает. Обманул. Ее как будто бы этот человек отвращал от нашего сообщества. Против меня там говорил. И ничего этого не знаю здесь. Наталья Усатая пишет, тут они новые ролики ставят. Виталий. Прямо... Сразу как идет, он как-то настраивает там, и идет передача. Молодец, Сергей. Просто скачал и открыл. Не все пользуются ВКонтакте, поэтому... Так. Елена Павловна, думала, можно по-другому как-то. По этой ссылке можно скачать все ролики Виталия из Потеряевки, в том числе большие. Показывает. Спаси Христос. Мне не нравится этот сайт. Это именно имеет ВКонтакте, когда нужно регистрироваться. И регистрироваться не хочу. Благодарю, Сергей. Ей советую, Сергей Евтушенко. Зарегистрироваться несколько минут. Я тоже не регистрируюсь никогда и нигде ни разу. Сунулся. Нельзя посмотреть. Вот у нас мой мир, форум, сайт, YouTube. Заходи, смотри. Если что-то хочешь оставить, запись, надо регистрироваться.
Это совершенно правильно. А так, посмотреть только, заглянуть в магазин, представь документы. Роликов пишет Роман. Сергей уже перезалил видео на Яндекс.Диск, особенно для вас. Теперь смотреть еще проще для вас. То ли это одно и то же. Похоже так. Любить — это не значит потакать грехам и страстям. Хорошее рассуждение видят, поэтому я даю знать им, какие люди. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. После того, как кто-либо предал себя Богу, он не должен возвращаться снова к житейскому, должен почитать и родителей, но Бога должно ставить выше них. Здесь же родитель был еще и неверный, что видно отсюда. Предоставь мертвым, то есть неверным, погребать своих мертвецов. Это не получил позволения похоронить отца. Говорит, не только похоронить, а докормить, допоить. Но если только сидеть со стариками, то когда же ты на благовестие-то пойдешь? Вот такой смысл. И правильный смысл. Вот у нас тут показать наши ресурсы еще. Это вот мой мир. Покажу. Не сразу проявляется, я его даже не посмотрел сегодня. Что-то долго идет, открывается. Легко переписывается, мой мир. Просто люблю здесь по старым временам. На 10 тысяч человек можно было сразу посылать 12 фотографий. Вот так. Вот все танцует. Понятно тут, что там, собачки, кошки. Все это смотрят, целыми днями сидят, я их знаю. А здесь не так. Именно работа, работа настоящему. А вот наш форум. Тут можно. 1600 тем. И вот наш видеоканал. Смотрят или нет, это утро сегодня. Смотрели. Поездка с детьми 38. Это за 40 минут. Вопрос о полинарии 50. 31. А здесь даже 80. 15. Ну вот так. События дня. Я говорю, что работа, непрерывная работа. И благословен Господь. Игорь Барабаш начал косить. Деревня сначала здесь, как комбайн. Богу нашему слава.